А теперь еще немножко покричим. Слушайте внимательно. Второй и третий.
классы. Громко крикнут слово «школа». Пробуем. Школа! Замечательно. Четвертый. Слово «рада». Рада! Молодцы. Пятый класс. Слово «встретить». Встретить! Еще раз пятый класс. Встретить! И шестые классы. Слово «нас». Нас! А теперь по порядку я показываю, а вы кричите. Дорогие ребята, я очень рада вас видеть сегодня. Школа скучала целых 3 месяца без вас. Наконец-то она заполнится веселыми вашими голосами. Наконец-то зазвучат веселые звонки и начнется новый виток путешествия в страну знаний. Я вижу, все вы повзрослели. Наверное, готовились к школе очень серьезно. Не просто отдыхали на солнышке, а читали книги. Потому что новый класс, новая ступень вас ждет. И думается, давайте немножко помечтаем, что ровно через учебный год на такой же торжественной линейке мы будем благодарить ребят за хорошую и отличную успеваемость. Вы помните, что вы мне обещали в прошлом учебном году? Помните? Я-то все помню про каждого, поэтому надеюсь, что вы в этом году не подведете. И будьте радовать своими успехами мам, пап, бабушек, дедушек, всех своих близких. С оценками отлично, а учителя у нас готовы ставить такие оценки, да? На педагогическом совете мы решили только 4-ки и 5-ки на первой неделе, поэтому старайтесь на второй только 5-ки. Не подведете? Да! Ну вот, все, я спокойна. Ну что ж, родные мои, с праздником, с началом серьезной трудовой деятельности. Вот так бы я сказала. А родителям терпения, успехов. И опять же, надежда самая лучшая. Вместе мы сила. Спасибо, Марина Михайловна. Элла Валерьевна. Уважаемые учителя, дорогие ребята, чудесный, удивительный путь предстоит проделать вам вместе. По традиции, первый осенний день мы даем старт новому учебному году. Главные переливы школьного звонка прозвучат в 27 общеобразовательных учреждениях муниципального образования Тосинский район Ленинградской области, где за парты сядут свыше 9900 учеников. Система образования района отличается непрерывным поиском инновационных путей. Победах наших ребят и наших учителей Александра Николаевна Антонова. Посмотрите, она вот в такой красивой яркой блузке стоит. Стала победителем конкурса лучших учителей Ленинградской области.
посыпали цветами наши ученики. Молодцы! Дорогие ребята, приятно то, что вы меня пригласили. Приятно смотреть на ваши улыбающие счастливые лица. Да, сегодня был счастливый день, день знаний. Как приятно, что вы все готовы учиться на отлично и хорошо. Мне очень приятно на вас смотреть, что вы все бодрые, одетые и чистенько. Все соцветали, с родителями пришли. Я пожелаю вам то же самое, что предыдущие ораторы говорили. И хочу сказать, ребята, трудитесь. И знайте, что без труда, как говорится, и рыбку не вытянуть туда. Поэтому учеба и труд вместе с родителями, с учителями. И желаю вам отличных и хороших успехов. До новых встреч на следующей линейке. Успехов вам, ребята. Всего доброго. Спасибо большое за поздравления нашим гостям. Это что такое? Конечно, а зачем же по вашему пришел? Да еще такой покровный партнер.
смогу пойти в вашу школу. Ура! Ну тогда я побежал, пока ничего не забыл. Хорошо, Буратино, забирай свои все ненужные вещи и ждем тебя в нашей школе. Аплодисменты!
Да, отстаньте. А что? Потому что вы здесь. Ты же подаришь что нам? Сможешь подарить? Даша, ты что ноешь? Боится. Кира, пойдет, нет. Спасибо, она на работе ехала, и я думала, что все, можно идти домой.